Теремок ТВ. КТ представляет. Стройка. Однажды утром котенок проснулся от какого-то громкого шума. Шум раздавался из-за леса, недалеко от домика котенка. Котенку очень захотелось узнать, кто же это так утром шумит. Он вышел из дома, сел в свою машинку, пристегнулся, завел мотор и поехал к лесу. Тракторенок я дыр-дыр-дыр-дыр, тракторенок я дыр-дыр-дыр-дыр, тракторенок я дыр-дыр. Чем ближе котенок подъезжал к лесу, тем шум становился все громче и громче. Когда лес закончился, котенок увидел, что по полю ездит какой-то трактор на гусеницах с лопатой впереди и разравнивает землю. Он уже нагреб большую кучу. Эта куча была большая, как гора, а трактор был маленький. Котенок решил подъехать поближе, чтобы узнать, что он делает, и помочь. Привет! Я котенок. Я живу недалеко, вон за тем лесом. Я услышал шум и приехал посмотреть, что здесь происходит. А что ты здесь делаешь? Желтый трактор рассказал котенку, что его зовут Бульдозер, и что ему дали задание подготовить ровную строительную площадку. «Здесь будут строить новый дом», — сказал Бульдозер. «Нужно сгрести в кучу всю лишнюю землю и разровнять песок». «Здорово! А давай я тебе помогу!» Бульдозер посмеялся. «Спасибо, но как же ты мне поможешь? У твоей машинки нет ни гусениц, ни лопаты впереди. Только маленькие колесики. Ты одного метра не проедешь». «А вот и проеду! Смотри!» Бульдозер отъехал назад от кучи песка и дал возможность котенку показать свои силы. Машинка уперлась передним бампером в песок и остановилась. Котенок продолжал нажимать на педаль газа, но толку не было. Задние колеса беспомощно крутились, но машинка стояла на месте. И куча песка тоже совсем не разравнивалась. Котенок вышел из машины, подошел к бульдозеру и сказал: «Что же делать? Я так хочу тебе помочь, но моя машинка совершенно не предназначена для этой работы». «Придумал! Поеду в волшебный гараж Макса, пусть прокачает мою машинку! Я быстро! Скоро вернусь!» Котенок сел в свою красную машинку, пристегнулся, сдал назад и уехал. А вот и волшебный гараж. Котенок, как всегда, просигналил два раза. Бип-бип! Ворота сразу открылись, и машинка заехала внутрь. Макс, привет! Привет, котенок! Что случилось на этот раз? Сейчас расскажу, ты не поверишь! И котенок рассказал Максу все, что сегодня произошло. Как он проснулся рано утром от какого-то шума со стороны леса. Как поехал узнать, что там происходит. Как познакомился с желтым бульдозером. Решил ему помочь разровнять строительную площадку. И даже не смог сдвинуть с места маленькую кучу песка. У моей машинки маленькие колесики и нет лопаты. Что делать? Макс выслушал котенка и сказал: «Не переживай, коте. Сейчас мы прокачаем твою машинку, и ты сможешь работать как настоящий бульдозер». Ура! Давай сделаем это скорее! Загружаем специальную программу. Сначала нужно поднять машинку вверх. Для этого в гараже есть специальный подъемник. Вот так. Сейчас снимем маленькие колеса. Они совсем не подходят для работы на стройке. Раз, два, три, четыре.
Готово! Вместо колес установим гусеницы, такие же, как у бульдозера. На гусеницах ты сможешь запросто ездить по строительной площадке. Так. Вот так. Приварим здесь. Вот здесь. И также с этой стороны. Готово! Теперь заменим двигатель. Открываем капот. Лебедкой цепляем старый моторчик. Вытаскиваем его. И на его место устанавливаем новые мощные моторища. Готово! Все, готово? Можно ехать? Нет, осталось самое главное. У каждого бульдозера впереди должна быть большая лопата. Как без нее разравнивать песок на площадке? Бампером, что ли? Так делать неправильно. Выбираем нужную картинку в программе. Нажимаем. Готово! Лопата установлена. Можно ехать. Что скажешь, котенок? Нравится? Конечно, очень нравится, сказал котенок. Спасибо, Макс! И поехал. Бульдозер, смотри, как Макс прокачал мою машинку. Теперь у меня такие же гусеницы, как у тебя, и лопата. И я точно смогу тебе помочь. Поехали работать! Котенок радостно подъехал к первой куче, опустил лопату и легко сгреб ее в сторону. Вместе с бульдозером они быстро разровняли всю строительную площадку, а потом еще долго весело болтали. Котенок рассказал бульдозеру о своем приключении в болоте, о том, как он однажды участвовал в гонке с бегемотом, как помог поросенку заехать на ледяную гору и другие свои истории. А бульдозер рассказал котенку о том, что мечтает об участии в гонках.